Всем доброго дня, кто зашел ко мне на канал. Меня зовут Валентина. Сегодня я вот собрала с открытого грунта томаты. Это уже последние, потому что у нас пошли уже холода. Вот смотрите, какие красивые оранжевые чудо. И вот капелька, которая с пимпочкой такой. Мы оранжевые будем делать без попок. И вот такие вот капелька. Помидоры с медовым ароматом и с чесночной начинкой. Каждую банку по одной горошинке, по одной гвоздичке. Наполняем наши баночки нашими томатами. Заливаем кипятком. И оставляем эти баночки на 15 минут. По две штучки. То, значит, его мама купила ему квартиру. Вот она купила ему квартиру, она сделала огромную ошибку. То есть на сегодняшний день... По одной гвоздичке. По два зубчика. По чуть-чуть, вот понемножку. Заполняем наши баночки. Баночки стоят ровно 15 минут после заливки. За это время мы делаем маринад. Маринад я делаю для всех томатов одинаковый. На 1-литровую баночку идет томатов от 600 до 800 грамм. Делаем маринад. Маринад на 1-литровую баночку. 1 столовая ложка сахара. 1 чайная ложка соли. Добавляем укропа немножко. Маринад наш закипел, и мы его выключаем. Выключили. Добавляем 1 чайную ложку 9% уксуса. Вслед за уксусом мы берем 1 чайную ложку меда. Растворяем его. Что дает мед? Мед это очень хороший стерилизатор. Он убережет наш маринад от спенивания. Видите, он не пенится. Помутнения не будет. И от вздутия крышек. А сами помидоры не закиснут уже никогда и не взорвутся. И будет очень вкусное, такой будет очень привкус меда. Вот этот у меня маринад здесь на 12 баночек литровых. Поэтому здесь, конечно, я кладу здесь все по 12. Также и 12 чайных ложечек вот этого меда. Вы знаете, какой аромат идет от маринада? Это бесподобный. А представляете, как они постоят еще зимой открыть? Медово-чесночный будет такой аромат наших именно томатиков. Все, мы сейчас разливаем маринад наши по банкам и закрываем. Баночки я все закрутила. Сейчас я их все переверну вверх дном, но не укутываю. Они будут так вот стоять до остывания. Кому понравился мой рецепт, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Аппетитные томаты в медово-чесночном маринаде готовы.